Арби, приветствую тебя, во-первых, с возвращением в родную лигу. Победа более чем уверенная, потому что большинство судей отдали 30-25. Это значит, что два раунда из трех по 10-8 оценили. То есть это была сверхдоминирующая победа в родных стенах. Знаю, сколько это для тебя значит. Какие испытываешь эмоции? Да, положительные эмоции, конечно. Всем добрый вечер, ассаламу алейкум. Да, все по плану. Мы планировали, так готовились к бою с Мурадом Бичуевым и Шамилем, и с Халидом, с тренерами, так как соперник очень хороший ударник. Пришлось побороться с ним, ну, возиться, партию провести его. А так очень сильный. Я не думал, что он такой крепкий. Даже его партию держать было очень сложно. Ты вернулся спустя год практически отсутствия. Твой оппонент тоже достаточно долго не выступал. У него заключительный бой был против, кстати, Альберта Дураева, против товарища твоего. Списывался, может быть, созванивался, может, что-то Альберт говорил тебе по поводу оппонента? Альберт мне в Инстаграм писал, говорит, если ты в нехорошей форме, лучше не дерись с ним. Он такой крепкий. Он мне сказал, предупредил. Ну, я готовился хорошо к этому бою. Готовился усердно в клубе «Ахмат». Все ребята там топовые. Все бойцы. Так что мне особо, как сказать, с Чейсом Дудаевым, ну, с Ибрагимом, с Ибрагимом, Адлайном, с хорошими я поработал. И я не считаю, что он лучший соперник мой, но был очень крепкий. Я удивлен был в бою. Вот в третьем раунде я хайкик пропустил. Я еле видел, контролировал. Пропустил жесткий удар. Отдать должное, с 2020 года, наверное, это была лучшая форма, что я видел. Да. Я думаю, со мной согласятся. Вот это я хотел и сказать. Хорошо, что задали вопрос мне. Вот когда я 84 спустился, я не восстанавливался за сутки. Вот. А я 100-200 вешу. О, когда, ну, рабочий у меня вес 100 килограмм, 98 килограмм. Мне легче 93, чем на 84 спуститься. Сейчас ты был в отличной форме, ты продышал 3 раунда, учитывая, что это была вязкая работа в борьбе. После поединка ты себя так бодренько чувствовал. То есть это заключительно, скажем так, финализируя, что 93 это твой вес. Да, до 93 килограмм. Сейчас ты в дальнейшем планируешь в этой весовой категории. Да, да. И можно говорить, что Арби Агуев вернулся в Лигу ACA и продолжит здесь, как раньше, выступать? Иншаллах, надеюсь. Спасибо, что мне шанс дали еще раз.